гуляю в Екатерининском парке. Подошла к Екатерининскому пруду. И все сразу уточки ко мне подплыли. В надежде, что я их покормлю. А я сегодня ничего не принесла. Увидела пеганку опять. Как всегда, она тут одна. Угорь, кряква. Чайка серебристая. Тоже подлетела. Посетителей мало, в Москве похолодало. Конечно, уточки-голуби надеются, что их кто-то покормит. Как увидят посетители сразу. Все слетаются. Ох, чайка красивая, конечно. Серебристая.